Добрый день, мои уважаемые подписчики, гости моего канала. Это пасека Лаврова. Сегодня 2 декабря. Как видите, наступила календарная зима. Сегодня 2 декабря. Выпал снег. Довольно такой приличный снег у нас. И с утра морозик. То есть календарная зима наступила. Зима входит в свои права. Наша пасека зимует, и пчелки наши зимуют. И я вас всех поздравляю вот с начала первых дней зимовки. В комментариях к видео на тему «Признаки начала благополучной зимовки пчел» один из моих подписчиков, Юрий, так его назовем, посоветовал мне убрать мешок совсем вот с этой семьи, где я обнаружил влагу на стенках. Он пишет, что нужно убрать мешок, и в результате увеличится вентиляция, и влага пропадет. Но дело в том, что я бы сделал активную вентиляцию. В результате я бы не увидел влагу на стенках этой семьи. И что бы я узнал бы? Я бы не узнал бы состояние этой семьи на данный момент. Вот в чем дело. Я сейчас объясню, с чем это связано и почему я так делаю. Ну, я постоянно повторяю, что учеными установлено, что при зимовке пчел на меде концентрация углекислого газа внутри клуба может достигать до 3,5%. Напомню, что в воздухе нормальная концентрация СО2 считается 0,03%. В то же время известно, что при увеличении концентрации СО2 внутри клуба до 3-4%, и пчелы начинают тогда активно вентилировать внутри клуба, вентиляцию проводить. Но тут надо отметить, что минимальное содержание кислорода и максимальный уровень СО2 в зимнем клубе приходится на вторую половину осени. Я об этом говорил. На вторую половину осени и первую половину зимы. Вот как сейчас. В этот период концентрация углекислого газа в центральной части гнезда составляет примерно 5%. Видите? Вот у меня есть книга под редакцией Яськова Евгения Константиновича. Это российские ученые. Называется «Микроклимат пчелиного жилища». Это ученый-энтомолог, физиолог, доктор биологических наук, профессор. И вот он пишет, минимальное содержание кислорода и максимальный уровень углекислого газа характерны для того времени осенне-зимнего сезона, когда семья прекращает выращивание расплода. Обычно это приходится на вторую половину осени, первую половину зимы. В данный период концентрация углекислоты в центральной части гнезда составляет в среднем 5%, как я говорил. Ее максимальное значение достигает 8-11%, а содержание кислорода опускается до 3-4%. Хочу напомнить, что в воздухе процентное содержание кислорода где-то 20,5%, а тут опускается до 3-4%. Вот, видите, ученый Евгений Константинович пишет об этом, что в этот период, конец осени, начало зимы, пчелы в такое состояние впадают, и у них микроклимат в гнезде, газовый режим, он самый такой благоприятный. И всего периода зимовки. Вот почему до Нового года, я вам об этом и раньше говорил, пчелы зимуют без проблем, очень хорошо. Они употребляют мало меда, сидят тихо и вообще не создают пчеловоду особых проблем. Ну, это те семьи, которые хорошо подготовлены, которые не больные, в хорошем состоянии. Ну, то есть нормальные семьи, вот. Что этому способствует? Ну, как мы уже поняли и прочитали,
это отсутствие расплода в этот период. Обычно в этот период расплода уже не должно быть. Значит, отсутствие расплода и оптимальный для зимовки пчел температурный режим. Сегодня 2 декабря, как видим, только там 2-3 градуса мороза. Вот не 20, не 30, а 2-3 градуса. И вот где-то конец осени, и вот до Нового года, я вам говорил, где-то оптимальный режим температурный будет такой способствовать хорошей зимовке. Я проверял семьи в прошлый раз на подготовку их к зимовке и их состояние. По наличию влажности вот, я уже судил, насколько понижена жизнедеятельность пчел, их семей в этот период. Если пчелы активны в этот период, есть такие семьи, вот мы обнаружили, то влаги будет, конечно, больше обычного, чем в других семьях. И в данном случае надо будет искать причину и отметить эти семьи, и отметить их в пасечный журнал. Несколько может причин. Возможно, что-то, какое-то генетическое отклонение в этой семье. И это будет повторяться, если взять эту семью и сделать отводок от нее. То есть это вот генетическое такое отклонение будет повторяться из года в год. И такие семьи я обычно выбраковываю, и нужно такие семьи выбраковывать. Нам это не интересно, чтобы в этот период был расплод, пчелы плохо зимовали, они плохо будут зимовать. И в январе, и в феврале, и что мы получим тогда весной от этой семьи? Она будет уже не боевая единица весной, а просто обуза для пчеловода. Что я с этой семьей сделаю? Я ее открывать не буду, конечно, пускай она зимует спокойно уже. Я посмотрел, когда была приятная погода, я ее посмотрел, эту семью, и обнаружил на одной рамке, там небольшой участок так расплода. Я эту рамку убрал, поставил туда взамен хорошую рамку прогретую меда, вот, и эта семья успокоилась. Понимаете, вот я нашел эту причину. Я вам писал в комментариях, но так я не говорил, что я хочу вам доказать и провести эксперимент, и я его провожу. Я для подписчиков это делаю. Я взял две семьи, когда закончился активный период, то есть похолодало, пчелы собрались в клуб, они сидели уже спокойно, уже активности не было. Я взял две семьи и закрыл литки. Этот эксперимент проходит благополучно. Я закрыл литки, даже не убирал мешок сверху. И крышу накрыл прямо на мешок. У меня две семьи. Значит, я этим экспериментом хочу доказать, что в этот период, когда газовый режим внутри клуба очень благоприятный, они сидят спокойно, минимально употребляют корма, значит что? Они минимально употребляют и кислороды. У них активно понижена активность. Они корма употребляют мало. Значит, они настолько... Им хватает этого кислорода, и доступно там через щели что-то проходит, воздух какой-то. Им этого достаточно, чтобы вот проводить эту зимовку в этот период. Поэтому я этим хочу доказать, что я попытаюсь открыть, снять крышу, посмотреть, как они там. Я вам сейчас покажу. Ну вот, одна семья. Это я взял ее для эксперимента. Литок я закрыл, это где-то в конце октября, вот, пчелы уже похолодало, пчелы образовали клуб, сидели уже в клубе, холодно было, я литок закрыл, и начался этот эксперимент. И так они вот сидят с закрытым литком, мешок лежит, крыша накрыта. То есть, если доступный воздух и есть, то он может какие-то щели через, может через эти, там через щели проходить где-то. Но доступ кислорода очень минимальный. Понимаете? Значит, сейчас я попытаюсь приоткрыть, снять крышу, посмотреть. И мы посмотрим, что там у нас, как они, живые, неживые. Так, сейчас мы немножко ниже возьмем.
видите, живые. Вот они. Не будем их волновать, пускай. Так, второй, это вот одна семья. Вторая семья. Сейчас мы посмотрим. Вот вторая семью я взял. Вот вторая семья. Сейчас мы. Тоже я ее закрыл в то же самое время, в конце октября. Сейчас посмотрим. Тихонечко. Видите, вот тихо сидят, видите, вот они. Вот сидят тихо. И здесь тоже пчелы. Они сидят между улочками. Видите, сколько там их спереди. Они сидят спереди. Вот как они сидели. Сели они около литка. Так они сидят, видите, спокойно сидят. Те пчелы, наверное, растревожились. Я там ходил. А эти вот сидели дальше. Семья дальше. Поэтому они спокойно сидят. Ну вот я подтверждаю. Мои доводы такие, что даже если мы и ошибемся, пчеловод, даже если пчеловод ошибется в вентиляции в этот период, конец осени, начало зимы до Нового года, какие-то ошибки, допустим, то это не важно. Вот чем, что я хотел этим доказать и подтвердить, что они, пчелы, даже ошибки пчеловода сами устранять, и зимуют они хорошо вот в этот период. А уже после Нового года там я вам объясню, что нужно сделать и почему нужно уже вентиляцию более активную делать. Вот. А сейчас этим экспериментом я доказал, что они в этот период очень хорошо. Не только я, и ученые говорят и доказывают, что благоприятный период для зимовки у них вот этот период. Поэтому я вот вам хотел этим и доказать. Ну, пока до свидания. До скорой встречи. Мы будем встречаться с вами часто. И в течение зимовки я вам буду рассказывать, показывать и доказывать, как нужно зимовать, чтобы наши пчелы хорошо перезимовали до весны. И будем вот так учиться вместе. Будем продолжать нашу работу на Ютубе. Что, до свидания.